закончилась очередная тренировочная неделя. Команда черных стала лучшими, команда красных у нас в меньшинстве и стала худшей. И сегодня у нас голосует черная команда против команды красной. И также у нас есть слово у нашего арт-директора. Как всегда, у меня только радостные новости за несоблюдение правил проекта. Нас снова покинут двое из вас. Это Леонов и Фомин. Похлопаем ребятам. Спасибо. Как мы и говорили, правила ужесточились. А теперь, то есть, мы на мелкие даже нюансы не можем закрывать глаза, так как финал уже рядом. Ну, ребятам мы желаем удачи, не бросать спорт, заниматься дальше. И сейчас мы проводим ребят еще раз бурными аплодисментами. Отдыхай правильно с туристическим агентством «Бухарест». Чита, Балябина, 13, офис 411. Ну вот и началось голосование. Первым у нас будет голосовать Ляскина Анастасия. Мой голос против Егора. Марина. Против Марины. Большинством голосов сегодня нас должна покинуть Суренина Марина. Но, к большому удивлению, у нас есть тренерский иммунитет, который мы сегодня предоставили именно ей. Начинаем второй круг голосования. Егор. Почти Егор. Против Егора. Большинством голосов наш проект сегодня покидает Икомасов Егор. В связи с тем, что в соседней команде нет соперников в его весовой категории, мы возвращаем Фомина Константина для проведения поединка. Шутка. На самом деле, так как данной весовой категории нету, мы будем смотреть его по данным соревнованиям, ближайшим соревнованиям, как выступит. Если выступит хорошо, останется в команде. Если нет, уйдет с проекта. Сейчас, блядь, зря.